меня! Я здесь! Ой, что с тобой? Да вот! Фонарили ям! Пройти негде! Ух ты! Ну как же это? Ну, боже мой, тебе не больно? Да нет! Помоги вылезти! Здесь скользко, глина, видишь? Что же это? Я сейчас! Ага! Держи крепче. Так, тяжелки-палки, держи. Зла. Иди сюда. Душа у него болит. Вот он и сорвался. Милый мой, хороший мой, добрый мой. И вот. Не плачь, Сонюшка. Не плачь. Все теперь будет хорошо. Не будет, Егорушка, не будет. Будет. Это почему ж не будет? Нельзя нам вместе уехать. Нельзя, понимаешь? Я не могу его бросить. В нем трещина появилась. Он рассыпаться может. И рядом с ним надо быть. Егор, прости меня. Прости меня, Егор. Прости меня, прости. Ну что ты говоришь, Соня? Мы с тобой завтра же уедем. Завтра. Нет, Егор, нет. Ты уедешь один. Прости меня. Соня! Соня! Понятно. Так, значит, ты со мной от обиды на него? Нет, Егор, просто нет. Поиграла. Ну нет же, Егор, нет! Я думал, ты другая, необыкновенная, а ты такая же, как они. Нет, Егор! Егор, миленький, я люблю тебя, я тебя очень люблю. Милый мой, ну прости меня, ты поймешь меня, ты должен меня понять. Ну зачем тебе эти люди, эта жизнь? Это ложь, Сонюшка, зачем? Егор, миленький, я должна остаться. Он хороший человек, просто на него нашло затмение. Он ведь пропадет без меня, без Павлика. Егор, прости, но я не могу иначе. Прости. Может быть, ты и права. Наверное, права. Значит, не судьба. Эх, вы, птахи бичуги. Прощай.